Это защита. Следующий выступает. Анис Кальвец. Открытый чемпионат города Тирасполя сейчас проходит. Анис Кальвец. Тирасполь. Называется. 39 участников. Приготовиться. Спортивный клуб «Титан». У нас 17 человек. Олейник только выступил. Поднял вес 30 килограмм. Здесь не защита. Перед этим Минаев. Закончил с весом 25 килограмм. Ядрвак, третий подход. Вес засчитан, закончил с результатом 30 килограмм. Крупцов Сергей. Пепельницкий приготовится к рубку. Вес защита. Следующий вес. Правильно. Степан, третья попытка 32 килограмма. Вес защита. Закончил с результатом 32 килограмма. Пожалуйста, на штангу 35 килограмм. Приготовиться бунт. Бундуки. Лунгу. Первый подход. Вес защита. Бундуки, город Бендер. Категория 55 килограмм. Всем, ребята. Бундуки, второй подход, 37,5 килограмм. К этому весу. Лунгу Даниил. Бевзюк. Категория 55. Вес 40 килограмм. Рывок. Вес нельзя. Второй подход. Бевзюк. 40 килограмм. Категория 55 килограмм. Вес защита. Оренчук Валентин, 40 килограмм, 65. Вес защита. Лунгу Данила, 42 килограмма заказал.
Средняя защита, закончился результат. Рыбчик Валентин, второй подход. 42,5. Ну, считаем 43 килограмма. И подход Оренчик Валентин, 43 килограмма. Третий подход. Есть защита. Исиский Влад, категория 61. А потом... Следующий вес. На помощь называется Бизюк. Третий подход. Бизюк, третий подход. Вес нельзя. Вес не защита. Закончил результатом 40 килограмм. Оренчик пока на... Категория 61 идет. Пропустили нашего Гридинару. Приготовиться к визитиву. Визитиву. Приготовиться. Вес защиты. Закончился результатом 47,5 килограмм. На штангу, пожалуйста, 55 килограмм. Визитиву. Первый поход 55 килограмм. Вес защита. Первый поход Мустяцев один. Вес. Его. Вес защита. 60 килограмм на штангу. Визитив у него. Приготовиться Мустяцев. Два участника осталось на помосте. Мустяцев один, 62,5 килограмма на штангу. Сейчас я
62,5 килограмма на штангу. Третий подход, пустятся Вадим, 62,5 килограмма. Приготовиться из этого. Вес защиты закончился результатом 65 килограмм.